Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный и красивый салат «Монастырская изба», который способен украсить любой праздничный стол. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Натираем сыр на мелкой терке. Выдавливаем чеснок. Добавляем майонез. И хорошо перемешиваем. Помещаем крабовые палочки в миску и заливаем их полностью водой кипяченой, прямо крутым кипятком. И так оставим их на полминуты. Это для того, чтобы наши палочки потом хорошо развернулись. Спустя 30 секунд достаем наши крабовые палочки на бумажное полотенечко и промакиваем, чтобы они были сухенькие. Теперь берем крабовую палочку, аккуратно ее разматываем. Как видите, разматываются они очень хорошо после кипятка. А затем смазываем каждую палочку сырной начинкой. Теперь сворачиваем палочку обратно рулетиком. И так поступаем со всеми палочками. Все палочки уже нафаршированы, осталась последняя. Разворачиваем ее, смазываем сыром. И скручиваем. Разделяем яйца на желток и белок. И натираем их по отдельности на мелкой терке. Белки потерли, теперь желтки. Подготовительные работы у нас закончены. Теперь берем тарелку, в которой будем подавать нашу закуску. Выстилаем ее листиками салата. И будем выкладывать сюда крабовые палочки. Сначала выкладываем первый ряд. На это у нас уйдет 4 палочки. Теперь смазываем их слегка майонезом. Посыпаем чуть-чуть белком тертым, чтобы заполнить все щели. Распределяем его равномерно. Теперь снова ряд палочек. Уже нам понадобится 3 штучки. Майонез. И белок. Сверху 2 штучки. Палочки. Смазываем их также. Посыпаем белком. И на самый верх кладем одну палочку. Полученную пирамидку смазываем майонезом хорошо. И засыпаем сверху сначала оставшимся белком. А затем тертым желтком.
Вот и все. Очень вкусный и красивый праздничный салат «Монастырская изба» готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.